Добрый день, дорогие друзья. Вот я еще решил рассказать. Вот друзья мне рассказали анекдот про Мерседес. Заяц купил Мерседес. Ну и как бы едет по лесу. Останавливает его медведь. И говорит: заяц, ты Мерседес купил? Он: да, говорит, купил. Ну, говорит, хороший, красивый у вас Мерседес. Ну, потом подходит к ним лисица. Заяц, ты Мерседес купил? Да, говорит, купил Мерседес. Ну, она голову в окно просунула. Заяц взял и зажал ей голову. Ну, там что-то звери как-то немножко не так к этому отнеслись. Лисица упала, говорит: ну что такое? А медведь почесал свой затылок и говорит: заяц, я, конечно, понимаю, на Мерседес мне никогда не накопить, но дверь я обязательно куплю. Дорогие друзья, смотрите на канале YouTube, подписывайтесь под мой Инстаграм. Всего вам доброго!